10 приоритетных проектов президента презентовали сегодня в ректорате ДГУ. Над ними работали несколько месяцев дагестанские и московские специалисты. Среди проектов привлечение федеральных инвестиций, предприниматель, опора Дагестана, новая индустриализация, эффективное государственное управление, территориальное развитие, агробизнес, бренд нового Дагестана, а также безопасный Дагестан. В эти минуты презентация продолжается. О том, что представляет из себя каждый проект, рассказывает премьер-министр Мухтар Меджидов. В целом же о значении этих разработок для развития республики, от культуры до экономики, от положительного имиджа до усовершенствования муниципального управления рассказал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. У каждого проекта есть куратор в правительстве, который несет личную ответственность за ее реализацию. В работе над претворением разработок в жизнь должны принять участие и территориальные отделения федеральных органов власти. Мы ставим амбициозные задачи. И мы ставим задачи интегрировать все экономические ресурсы Республики Дагестан. Первая задача – это рост экономики. В 3 раза валовый региональный продукт должен увеличиться до 2019 года. Объединение экономики и собираемость ключевых налогов, консолидированный бюджет существенно должно возрасти. Изменение миграционного потока. Мы это фактически должны до нуля свести миграцию из Дагестана, а наоборот обеспечить возвращение в Дагестан наших людей. И прежде всего русского населения, которое уехало из Республики Дагестан. Существенный рост объема привлеченных инвестиций к 2019 году. Почти 10 раз получается. Грамотная работа со всеми источниками развития. Это средства федерального бюджета, частные независимые инвесторы, средства государственных компаний, диаспорные инвестиции и прочие.